Спасибо большое, Фешерячи. Спасибо большое. Что тут у нас? За след. Спасибо большое за след. Спасибо. Друзья, всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит. Сегодня у нас 28 мая, 3 часа ночи, наша ежедневная рубрика «Чё почём». Сегодня нам по дню, даже сказал, по утру, по моему времени, закинули, вот магазин полностью изменили. Я думаю, опять должны изменить, по идее, вряд ли оставят то же самое. Чё-то изменили, чё-то не изменили. Короче, левую сторону оставили, правую сторону изменили, да? Давайте пройдемся по этому. Во-первых, правая, вот эти, типа, ренегат остался, ребят. В подсказках сверху, чё почём, где ренегат вышел. Теперь давайте по левой стороне. По левой стороне это у нас разведчик-эксперт. Скин с первого сезона, ребят. С первого сезона я уже прочитал миллион комментариев о том, уже ответил на миллион вопросов, на миллион комментариев, типа... Как мне этот скин, нравится, не нравится, что я по этому поводу думаю. Отвечаю на вопросы. Мне скин не нравится. 1200 по мне он не стоит, он стоит максимум 800. Понимаю, что в первом сезоне он выходил, когда тогда, может быть, это был актуальный скин за 1200. Сейчас он абсолютно не актуален за 1200. Ребята, кому он нравится, без проблем, ничего против не имею, но мне он не нравится. Я считаю, что за 1200 можно взять кучу разных скинов, которые выглядят лучше. Более того, за 800 есть куча разных скинов, которые выглядят круче. И кто считает, но это же рарный скин, он не рарный. В тот момент, когда он появился в магазине, он сразу перестал быть рарным, ребят. Поэтому, если вы покупаете его из-за редкости, у меня для вас плохие новости, он уже не редкий. Если вы покупаете просто потому, что нравится, без вопросов. Мне не нравится. Я брать не буду, и я как бы каждый раз говорю, стандартные скины с первого сезона мне не нравятся. Я их брать не собираюсь. Вот, собственно, все, что я думал по этому скину. Здесь у нас то, что и опять-таки вот сегодня, ну, вчера уже в обед закидывали. Это зловещая бомбистка за штуку 200. Отличный скин, мне нравится, хороший. Спасибо большое тому, кто дарил. Скин кайфучий, единственное, что я его убрал из своего избранного в тот момент, когда купил пак, где зловещая рокерша. Потому что по мне очень похожие скины, и зловещая рокерша выглядит просто чуть-чуть поинтереснее, она реже в игре. Я ее вижу, поэтому рокершу оставил себе в избранном, бомбистку убрал. Хотя мне бомбистка из тех, что постоянно выходит, отличный скин. Из всех бомбисток она мне больше всего нравится. Ну, вообще, мне тематика нравится кубическая. Одна из моих любимых кирок за штуку 200, зловещий знак. Охренительная кирка. Рок растет от киллов. Эти рога тоже растут от киллов. Офигенный след рунический. И, блин, ну она просто охренительная. Мне очень нравится эта кирка, вообще шикарная. Штуку 200 однозначно стоит. Дельтаплан за 500 тоже отличный. Вполне считаю, что он того стоит. Нравится его след, звук. И вот это руническое. Ну я люблю просто эту всю руническую тему, она охренительная. Бомбистка. Вверх. Вниз. Обращайте, ребят, сразу на анимацию вот этих рун, потому что по мне это вообще, это охренительно. За штуку 200. Вот, ну, я не знаю, ребят, если сравнивать бомбистку с вот этим скином первого сезона, по мне вот бомбистка настолько лучше, что просто забей. И там вот эта ее снимающаяся шапочка вообще не помогает. Кирка в движении. Видите, да, след какой? И теперь от удара. Топич. Реально топич. И еще, ребят, будете убивать, у нее еще будет рок расти, будет светиться жестко. Очень круто. Дельт. Тоже кайфовый. Абсолютно неиграбельный, как по мне, скин. Я вот прям перед магазином этой же формы другим здоровяком пытался поиграть, ребят. Ну, я не могу. Все скажут, а я на нем там топ-1 брал и так далее. Верю, ребят, вы мощные. Я не могу. Мне не мешает, просто жесть. Вы, наверное, напишите в комментариях, что плохому танцору там что-то мешает. Ну,
Ребят, ну реально не могу на здоровых скинах этих играть. Это просто что-то запредельное. Выглядит очень кайфово. С удовольствием бы на нем играл, будь он в стандартном... Если бы он был стандартной мужской формы, я бы его покупал бы сам в первый же выход. Кирку купил, кирки мне не парят большие, по той причине, что когда я стреляю, кирку ни хрена не видно. Кирка кайфовая. Обертку дарили мне, ничего особенного, не особо интересное, поэтому обертка, ребят, такая себе, как по мне. Спасибо большое за подарок для коллекции, но такая себе. Поэтому сказал, давай теперь правую сторону. У меня с правой стороны все есть, прежде всего это музычка. Да, кити-кити. Которая заедает в голове просто безбожно. Вот это М-кити-кити-кити. Просто вымораживает. Но прикольная, зараза. Но прикольная. Вымораживает дико, но, сука, неплохая. Неплохая. Что у нас? Антиклаус, который выходит, я не знаю, с какой периодичностью, по ощущениям, раз в неделю. Ну, в реалии, наверное, где-то раз в месяц, наверное, раз в три недели, но... Я уже вот прям каждый раз, когда он выходит, как были такие классные времена, когда он выходил раз где-то вот, наверное, он вышел на Новый год первый раз, когда, а потом, наверное, где-то через полгода вышел, как было хорошо. А сейчас что-то он так часто, зараза, очень, очень часто. Дальше Вольт. А где Вольт? Вольт за 800. Кстати, мне этот скин дарили. Вольта тоже мне дарили. Вольт за 800 неплох, но мне нравятся немножко другие скины за 800. Но Вольт неплох. Неплох, неплох. То есть против Вольта я ничего не могу сказать. И по мне Вольт даже веселее, чем вот эта деваха. Вот. И эмоции. Атлетичность. Если что, ребят, скин, в котором я сейчас танцую, это шаман. Дальше. Дубль 14. Дальше твист. Вольт, ребят, смотрим. Вверх, вниз. Обертка, да. Обычная, простая, без анимации. Если вам по цветам подходит, без проблем. Мне, я просто сейчас юзаю в основном анимированный. Мне эта обертка не особо в тему. Кирочка огромная. Пузырики от ударов. Брызги. Кирочка прикольная, огромная, но выглядит круто. Мне нравится. И по анимациям у нас атлетичность. Атлетичность. Атлетичность должна быть в самом начале. Вот она. Дубль 14. Еще разочек. И твист. Как иногда искать неприятно долго. Не забываем, ребят, указывать тег автора, SPT-083, розыгрыш уже вот совсем-совсем уже конец месяца, ребят, скоро будет розыгрыш, посвященный поддержке авторов, 10 тысяч рублей в группе ВК, в описании под видео, все есть, можете чекать. Также хотел проинформировать вам, что уже есть пост о турнире. Ребят, в субботу будет отбор на мой турнир, в воскресенье будет сам турнир, 15 тысяч рублей я разыгрываю, ну не разыгрываю, а будет призовой фонд турнира. Всех вас жду, в группе ВК есть пост и на моей личной страничке ВК закреплен он, чтобы вы не искали в группе. Поэтому ВК SPT-083 находите и у меня на странице закрепленный пост, чекайте, участвуйте, жду вас всех. Сегодня у нас еще ПВЕ обновляется. Друзья, еще разок не могу вам не напомнить. Тег автор СПТ и в ПВЕ магазине тоже
тоже функционирует, поэтому не забывайте указывать. Прокручиваю правую сторону, прокручиваю левую сторону, жду от чата подсказок, что открыть. Если чат не подсказывает, как всегда, ребят, мы это дело закрываем. Пирата покажи. Пирата показать. Мегабум какой-то. Че за... Мегабум какой-то хреново. Пиратку. Так, пирата, как я понял, пацана показать пирата. Пиратку. И какой-то мегабум. А, вот он, мегабум. Прикольно выглядит. По статам, смотрите сами. Гибрид. Да гибрид. Гибрид же, по-моему, типа был раньше. Гибрида особо показывать, по-моему, не стоит. Вроде все. Уборщик. И уборщик еще. Все. Теперь точно все. Также новости. Ну, новость понятна, в принципе. Новость понятна. Не забывайте испытания, ребят, там такие топовые вещи дают.